Золотая книга. Еще 5 имен вписали в нее жители 6-го микрорайона. Торжественное награждение активных волокжан прошло во время празднования дня рождения микрорайона. Для детей подготовили познавательные конкурсы и игры. На празднике побывала Алина Трипалец. Истоки были черчение, технология. Кто последним назовет школьный предмет, тот получит набор красок. Ребят не остановить, сражаются до последнего. А в подвижном конкурсе «Ловушка» победителем станет самый внимательный и быстрый. Эмоции переполняют. Я танцевала, мне было очень интересно. Очень веселый праздник, зажигательный. В преддверии Дня знаний этот праздник организовали для жителей 6-го микрорайона представители ТОСа и Центра по работе с населением. В рамках городского проекта «Дружные соседи» гуляния объединили более 100 волокжан всех возрастов. В микрорайоне возникла такая добрая, хорошая традиция. В последние дни августа проводить День микрорайона. Этот праздник, он очень значим для людей, потому что он связан с окончанием летних каникул, с началом учебного года. Также во время праздника за личный вклад в развитие микрорайона наградили 5 активных жителей. Их имена вписали в золотую книгу, которую учредили здесь в прошлом году. Среди них активисты, педагоги, ветераны Великой Отечественной войны. Один из них – Юрий Рыжиков, фронтовик, дошедший до Берлина. Сейчас он занимается цветоводством и активно участвует в благоустройстве территории 6-го микрорайона. Уважаемые товарищи, пусть эта встреча послужит тому, чтобы мы с вами надолго, даже навсегда стали хорошими друзьями. Жители 6-го микрорайона уже и давно стали дружными соседями, и праздники проводят часто. Вот и на осень запланировано сразу несколько концертов. Алина Трипалец, Михаил Протасов, Вологда, Портал.